Добрый вечер, коллеги. Давайте перед началом, как всегда, проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, и будем начинать наш сегодняшний вебинар, вебинар, который посвящен торговле на новостях. Многие трейдеры любят данный стиль торговли, потому что в короткий промежуток времени можно получить определенную прибыль. Но и всегда важно помнить о возможных потерях при торговле на новостях. Но моя коллега Кира расскажет об этом более подробно. Как всегда, перед началом это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связано с рисками, и не стоит переходить к работе на реальном счету, пока вы с этими рисками не ознакомились. Все вебинары, которые проводит компания Admiral Markets, проводятся только в целях вашего обучения, ознакомления и не являются прямой рекомендацией к действию. Также я хотел несколько слов сказать о компании Admiral Markets, так как одним из рисков, которые возникают у трейдеров, это риск партнерства. То есть важно для себя выбирать и надежного партнера, которым для вас может стать компания Admiral Markets, так как мы имеем лицензию компании, не компании, прошу прощения, регулятора FCA, который дает такие гарантии, как сохранность ваших средств до 50 тысяч фунтов стерлингов на тот случай, если с компанией, к примеру, что-то случится. Также нашими специалистами была внедрена платформа Supreme Edition, которая расширяет стандартные функции как 4-го, так и 5-го MetaTrader. Сегодня мы как раз посмотрим те функции, которые будут удобны для использования на новостях, и настройки защиты от волатильности. Точно также этот параметр, он подойдет тем трейдерам, кто работает с новостями. То есть, если возникает, к примеру, для вас неинтересно войти в сделку, к примеру, с каким-то проскальзыванием, а что характерно для новостей, то вы можете его ограничить, как раз воспользовавшись настройкой защиты от волатильности при выставлении ордеров. У нас на нашем YouTube-канале, сейчас я тоже сразу же ссылку скину, вы можете найти видеозапись, набрать «Защита от волатильности», и там вы найдете видео, в котором я максимально подробно рассказываю о всех функциях и как их лучше использовать. Также, коллеги, уже второй раз мы практикуем такую вещь, как учебные счета для всех посетителей наших обучающих вебинаров, которые еще не являются клиентами Admiral Markets, возможно, только делают первые шаги в своем трейдинге. Для всех посетителей наших обучающих занятий мы даем возможность получить учебный счет. Что такое учебный счет? Учебный счет – это фактически что-то среднее между демо-счетом и реальным счетом. То есть мы даем вам счет на 200 евро, вы работаете на нем в течение 14 дней, и вся прибыль до 200 евро может быть переведена на ваш реальный счет. То есть, к примеру, если вы в ходе торговли на балансе вашего счета образовалась сумма в 500 евро, то 200 евро вы можете перевести. Если по итогам торгов у вас 350 евро, то вы сможете перевести 150 евро. Для того, чтобы открыть, получить такую возможность с учебным счетом, необходимо написать нам на почту support.ru@admiralmarkets.com. Сейчас я ее тоже сразу же напишу в чат, чтобы вы ее смогли скопировать и написать нам о том, что вы хотели бы получить такой счет. С кодовым словом NFP, я думаю, что Кира сегодня расскажет о том, что такое NFP. Это аббревиатура Non-Farm Payrolls, одно из событий, которое довольно-таки сильно влияет на рынок в момент публикации этих данных. И, соответственно, открыть реальный счет компании Admiral Markets, пополнить его на любую сумму от 200 евро. То есть торговать на реальном счету не нужно, а вот как раз ваши первые шаги вы делаете на учебном счету, то есть, так скажем, ваша первая первые сделки будут проходить, ну, фактически без риска потерять собственные средства, но получить дополнительную прибыль на ваш уже реальный счет и далее с комфортом продолжить дальнейшую работу. Количество таких счетов, оно ограничено, поэтому если для вас это предложение является интересным, то не откладывайте, напишите о вашем желании, как можно быстрее с вами свяжется ваш менеджер и максимально подробно уже расскажет о том, как получить данный счет и какие шаги еще вам остаются. Ну, в конце занятия я также еще об этом напомню.
У меня пока все. Мы с вами увидимся еще в конце. Я покажу функцию, которая используется в MetaTrader Supreme Edition. А сейчас, Кира, я готов передать вам слово. Выходите в эфир, и мы можем переходить уже к разбору нашей сегодняшней темы. Это торговля на новостях. Сейчас подождем, пока Кира подключится. Да, коллеги, также у вас вопросы, которые появляются, лучше оставлять их на конец вебинара, поэтому вы их можете писать, к примеру, в раздел «Вопросы» или в чате, но лучше в разделе «Вопросы», чтобы они все находились в одном месте, и уже в конце вебинара Кира сможет вам ответить на все вопросы. Пока вы можете подумать о том, какие вопросы у вас возникали, когда вы работали на новостях, и сделать себе пометку и не забыть задать этот вопрос. Также все следующие видеозаписи, которые в том числе и данного вебинара будут появляться, они будут находиться на нашем YouTube-канале, поэтому если вы пока еще на него не подписались, то обязательно это сделайте. Можете сделать это прямо сейчас, пока мы ждем подключения Киры. Коллеги, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы меня слышите. Отлично, спасибо, Роман. Всем добрый вечер. Очень приятно, что нас сегодня так много. Мы сегодня с вами, друзья, обсуждаем тему насущную. И я хотела бы начать, пожалуй, с уже традиционного вопроса. Давайте поставим в чат единичку, если вы уже имеете какой-то опыт работы именно с экономическими новостями, и поставим, давайте, двоечку, если не имеете. Ну и какие-то комментарии относительно того, насколько удачный, неудачный опыт, в принципе, можете тоже в чат скидывать для того, чтобы мы немножечко лучше могли сориентироваться в нашей общей, так сказать, окружающей среде, да? Ну, пока примерно 50 на 50, по-моему, пропорция. Хорошо. Примерно я вас понимаю. Хорошо. Так, друзья, вот для тех, кто, может быть, только что к нам присоединился, еще сразу повторю ответ на самый распространенный вопрос, будет ли запись вебинара. Да, запись вебинара будет. Вот Роман уже сказал об этом, я еще раз повторю. У Admiral Markets есть замечательный YouTube-канал, на который я очень рекомендую вам подписаться. Также рекомендую нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о том, что на канале публикуются новые записи, чтобы вы ничего полезного не пропустили. И на YouTube-канале Admiral Markets вы найдете запись этого мероприятия. Я думаю, что это будет в районе пятницы, точно запись уже будет выгружена. И, кроме того, там есть плейлист, в котором вы можете отыскать записи предыдущих вебинаров из нашего цикла по основам технического анализа. Поэтому, если вы какие-то вещи упустили для себя, вы всегда можете их восстановить или изучить с самого начала. Друзья, тема торговли на новостях, безусловно, также у нас всегда идет неотрывно от других торговых методик и идет неотрывно от основ технического анализа. Поэтому, если мы с вами начинаем говорить о работе по фундаментальным факторам, да, это абсолютно не значит, что мы отбрасываем тот богатый
диапазон инструментов технического анализа, которые мы уже успели с вами освоить. Нет, наоборот, мы все добавляем в нашу копилку, и уже из вот этого арсенала мы выстраиваем свою личную прибыльную торговую стратегию. Я думаю, что это как раз то, к чему нужно стремиться. Замечательно. Хорошо. Так, ну, друзья, в связи с тем, что у нас есть люди, которые на новостях пока еще никаким образом не работали, давайте мы начнем с вами коротко с самых основных моментов. Во-первых, я вам хочу напомнить, что вообще любые новости на финансовых рынках у нас могут быть подразделены на несколько категорий. Можно, на самом деле, начать с того, чтобы посмотреть еще несколько шире, и давайте, наверное, мы так и сделаем. Я вам напомню, что у нас есть новости макроэкономического характера, собственно, к которым и относятся вот те основные категории новостей, которые вы сейчас перед собой на графике, на слайде, прошу прощения, можете увидеть. Это все макроэкономика, то есть это состояние экономики в целом, и это разнообразные индикаторы, которые позволяют нам состояние экономики и перспективы оценить. Мы помним, что чем экономика сильнее, тем дороже, как правило, стоит валюта. По крайней мере, это такой вот консервативный классический подход, от которого мы отталкиваемся. Но при этом мы также с вами должны помнить и о том, что помимо новостей макроэкономических, у нас есть и другие новости на финансовых рынках. Это в первую очередь новости корпоративного сектора. Это история, которая относится к фондовому рынку по большей степени. То есть это разнообразные финансовые отчеты компании, это публикации стратегий долгосрочных, это новости по дивидендам. Это большая отдельная история, большой отдельный блок, который мы сегодня с вами очень глубоко затрагивать не будем, потому как мы в первую очередь с вами сегодня сосредоточены именно на динамике валютных пар. Поэтому не будем разбрасываться, будем фокусироваться именно на факторах, которые для валютных пар имеют определяющее значение. Но просто помним, что также у нас есть новости корпоративного сектора, это отдельная история, которая требует достаточно длительного и глубокого изучения, это очень интересно. Фундаментальный анализ корпоративного сектора позволяет нам выявить недооцененные бумаги, да, и торговать на фондовом рынке, в том числе это можно делать и при помощи CFD-контрактов, которые вы также можете найти в арсенале компании Admiral Markets. Но еще раз, да, сегодня мы фокусируемся именно на валютах. Добрый вечер, Иван, вот я вижу, что к нам постепенно подтягиваются слушатели. Итак, друзья, давайте с вами пройдемся по основным категориям макроэкономических новостей, которые оказывают на рынок первостепенное воздействие. В чате вот Роман вам только что скинул ссылку на экономический календарь. Если вы пока еще в экономический календарь не заходили, я очень рекомендую вам это сделать немножко попозже. Я выведу календарь на экран, и для тех, кто пока еще вот с ним не имеет опыта работы, я коротко покажу, как использовать его наиболее эффективным образом. Итак, какие категории новостей, друзья, нам с вами нужно для себя выделять? На первую позицию я в первую очередь ставлю заседание центральных банков. Я вам напомню, что есть такая организация, как Банк России, которая определяет денежно-кредитную политику, которая действует на территории Российской Федерации, которая задает общий тон всей российской финансовой системы. От ключевой ставки, которую устанавливает Банк России, в первую очередь зависит, соответственно, стоимость кредитования и доходность инвестиций в Российской Федерации. И вот так вот сверху вниз ставка Банка России распространяется и доходит до каждого рядового потребителя, выражается это вот именно в стоимости вашей ипотеки и в доходности вашего банковского депозита, если говорить таким простым языком. Это денежно-кредитная политика или по-другому еще это у нас называется монетарная политика. Центральный банк есть не только в России. В Америке существует Федеральная резервная система, которая является
такой вот коллаборации большого количества частных банков, она имеет несколько другую структуру, чем Банк России. Банк России у нас очень такой централизованный орган. Но, тем не менее, общая функция Федеральной резервной системы американской ровно такая же. Установление монетарной политики. В первую очередь, это процентная ставка, и это разнообразные программы стимулирования экономики, которые у нас в народе называются печатный станок. Я думаю, что все мы видели на таких вот всяких желтых сайтах новости, там типа «Америка включила печатный станок». Это язык очень такой простой и доступный для народа, а если чуть-чуть более в экономических терминах это выражать, это означает, что Соединенные Штаты запустили программу стимулирования экономики. Экономика развивается у них, ну или в какой-то момент времени развивалась, достаточно слабыми темпами, и Федрезерв решил сделать деньги дешевле для того, чтобы экономическая активность возросла и как бы запустить общий механизм экономического роста, да, вот раскрутить этот маховик. Это называется программа стимулирования экономики или по-другому программа количественного смягчения или quantitative easing, QE, на английском языке вот очень часто встречается эта аббревиатура. Есть Федеральная резервная система в США, есть у нас также Европейский Центробанк, который выполняет функцию регулирующего органа по монетарной политике в зоне евро. Ну и в других странах тоже есть центральные банки. Ну вот из таких наиболее влиятельных я бы выделила Банк Англии, Банк Японии, Резервный банк Австралии, Банк Новой Зеландии, Банк Китая, пожалуй. Да, вот это вот такие самые крупные центральные банки, действия которых оказывают заметное воздействие на валютный рынок. Как у нас эта история влияет на валюту? Ну, есть общая стандартная логика: чем выше процентная ставка, тем дороже валюта. Чем ниже процентная ставка, тем валюта дешевле. Поэтому, когда мы говорим о валютной паре, как правило, мы сравниваем относительные значения процентных ставок двух центробанков, соответственно, между собой. То есть на примере пары американский доллар, российский рубль, например, мы пытаемся понять, какой дифференциал процентных ставок в настоящий момент мы имеем. То есть в Соединенных Штатах сейчас процентная ставка 1,5, в России сейчас ключевая ставка составляет 7,75. Да, соответственно, вот мы видим довольно большой дифференциал в пользу российского рубля. И как раз-таки вот этой большой разницей в процентных ставках и определяется устойчивость, которую российский рубль нам с вами демонстрировал в 2017 году. Казалось бы, было много факторов, которые против рубля играли, но, возможно, вот такой термин уже довольно попсовый стал в последнее время, но все-таки для тех, кто пока еще не очень знаком с лентами финансовых новостей, я этот момент на всякий случай повторю, потому что он полезен для того, чтобы ориентироваться в общей картине экономической. Carry trade – это операции, в рамках которых, например, иностранные инвесторы, да, по отношению к российской экономике имеют возможность, грубо говоря, взять дешевый кредит где-то на Западе, то есть, например, там в Америке, да, в еврозоне, где процентные ставки низкие, и вложить свои денежные средства в экономику, которая предлагает более высокую доходность. Россия в настоящий момент действительно является одной из самых высокодоходных в плане особенно рынка долгового, рынка облигаций, предложений для иностранных инвесторов. И таким образом страна становится привлекательной для инвестиций, и вот такие вот операции carry trade поддерживают национальную валюту. Поставьте плюсик, если вот carry trade вам понятно, потому что термин такой, который мне хотелось бы, чтобы все понимали. Отлично, хорошо. Не перестаю напоминать одну фразу. Сегодня я буду еще не раз, я думаю, ее повторять. Рынок у нас всегда движим ожиданиями. Для нас особенно важно, когда рынок ожидает повышения процентной ставки. Традиционно валюта наиболее ярким образом реагирует именно... Вот, супер, хорошо. Для нас
очень важно, когда в определенной стране есть ожидание повышения процентной ставки. Как правило, именно повышение процентной ставки является таким постепенным процессом, к которому Центробанк инвесторов, трейдеров готовит за очень долгое время. То есть, вот, например, если посмотреть на Федеральную резервную систему США, то можно увидеть, что Федрезерв уже, в общем-то, с 2015 года нас готовит к тому, что ставка будет повышаться. И это позволяет рынку как бы заранее заложить в цену всех активов вот эти вот ожидания относительно повышения процентной ставки. Да, и вот этим определяется во многом то ралли американского доллара, которое мы видели на мировых рынках в 2015-2016 году. Это были именно ожидания повышения ставки, которые постепенно закладывались в цену. Когда Центробанк ставку понижает, как правило, реакция бывает намного более слабой. Это такая традиционная история. Да? То есть ожидания по повышению, они, как правило, являются более сильным драйвером, чем ожидания по понижению процентной ставки. Да и более того, как правило, к понижению так настолько заранее рынки не готовят. Ну вот, опять же, пример, да, Банк России, который неожиданно взял и понизил ставку 15 декабря на 0,5%. Хотя ожидали всего лишь понижения на 25 базисных пунктов. Да, вот Банк России решил всех удивить за счет того, что низкая инфляция позволяет это сделать. Говоря о центробанках, я бы еще вам хотела напомнить, что все основные мировые центробанки у нас ориентируются на два экономических показателя в первую очередь. Это уровень безработицы, и это уровень инфляции. И именно исходя из вот этих двух значений показателей, центробанки выбирают свою монетарную политику. Мы плавно перетекаем к следующим пунктам на слайде. И следующий из них – это отчеты по рынку труда. Это состояние рынка труда в стране, оно характеризуется несколькими разнообразными показателями. Ну вот самый такой вот растиражированный на валютном рынке показатель – это non-farm payrolls, NFP, non-farmы по-другому в США. Это статистика о количестве новых рабочих мест в частном секторе Соединенных Штатов Америки, в несельскохозяйственном секторе по-другому еще это у нас называется. Статистика выходит раз в месяц, и исходя из этой статистики, инвесторы делают свои выводы о состоянии американской экономики. Но, друзья, про NFP говорят очень много. Я думаю, что, наверное, каждый из вас, да, слышал что-то о торговле на нон-фармах, слышал, что, как правило, в эти моменты подскакивает волатильность на рынке, возрастают как возможности, так и риски, безусловно. Но я хотела бы вам напомнить, что в отчеты по рынку труда у нас входит не только этот показатель. Америка, например, да, вот давайте посмотрим на примере Америки, потому что это, ну, как бы доллар самая в любом случае торгуемая валюта, она присутствует у нас во всех мажорных парах, и, конечно, мы все на эти данные внимание обращаем. Так вот, данные по рынку труда США выходят у нас в начале месяца, по итогам за прошлый месяц, это, как правило, у нас происходит в пятницу, время 16:30 по Москве. И США публикуют не только NFP, но и еще два важных показателя. Первый из них – это уровень безработицы, который, кстати, в США сейчас находится на исторически рекордно низких уровнях. И есть еще второй показатель, который у нас называется Average Hourly Earnings по-английски. По-русски это у нас трактуется как средняя почасовая заработная плата. И здесь хотела бы я обратить ваше внимание на то, что очень часто бывает так, что мы все ждем NFP, у нас есть определенные прогнозы, связанные с NFP, но на самом деле рынок реагирует не на NFP, а особенно если NFP становится не таким большим сюрпризом для рынка, то самая ярко выраженная реакция происходит именно на данные по средней почасовой заработной плате. Почему? Потому что этот показатель является важным компонентом для расчета потребительской инфляции в Соединенных Штатах Америки. И, соответственно, сейчас у нас США очень активно борется с низкой инфляцией, потому как
это не стимулирует экономическую активность в США, это является проблемой, инфляция в США никак не может добраться до целевых уровней, и, соответственно, вот поэтому Федрезерв вроде как и хочет повышать ставку, да, уже много об этом говорит, но пока делает это довольно осторожно, именно потому, что смущает его пониженная инфляция в Америке. Поэтому, когда у нас в пятницу в начале каждого месяца выходит блок данных по рынку труда, мы с вами, друзья, смотрим не только на NFP, но и смотрим на данные о средней по часовой заработной плате. Зачастую этот показатель оказывает даже большее влияние на цену. Вот, например, в прошлом месяце мы наблюдали именно такую картину, когда NFP в целом был довольно приличный, а вот данные по Average Hourly Earnings оказались разочарованием, и это доллару, в общем-то, не позволило вырасти. Едем дальше, следующий пункт. Я объединила вот в один три важных показателя. Это ВВП, валовый внутренний продукт, инфляции и розничные продажи. Ну, в принципе, здесь, я думаю, что в общих чертах все понятно. ВВП – это темпы роста экономики страны, это, безусловно, всегда важно. Основной показатель, в общем-то, эффективности любого политика – темпы роста ВВП. Инфляция, соответственно, тоже понятно, да, в Америке инфляция слишком низкая уже на протяжении многих лет, кстати, точно так же, как и в еврозоне, точно так же, как и в Японии, Япония и вовсе – много десятилетий, ну, много лет, да, будет правильнее так сказать, находилась в так называемой дефляционной петле, когда, в общем-то, цены снижались, что абсолютно угнетало экономический рост и погрузило японскую экономику в продолжительную депрессию. Ну, а в России инфляция традиционно у нас была высокой, после 2014 года инфляция была очень высокой, сейчас мы видим, что официальные данные нам показывают полное тут вот как бы процветание на этом фронте. Инфляция в России сейчас у нас в районе 3% располагается. Больше того, даже сейчас заговорили о том, что инфляция у нас слишком низкая. И ожидается, что в 2018 году инфляция будет немножечко отрастать к 4% в России. Но, конечно, как потребители мы, наверное, можем с этим не согласиться, потому что в магазинах мы у нас в России видим несколько другую ситуацию. Но есть у нас разные понятия. Инфляция официально это вот именно та статистика, которая публикуется в экономическом календаре, на который мы с вами трейдим, и инфляция реальная, та, которую мы наблюдаем в магазинах. Мы ее не торгуем, но мы с ней сталкиваемся в нашей ежедневной жизни. Розничные продажи, ну, соответственно, это вот розничные продажи, и все вот эти вот три значения публикуются у нас в процентном изменении. Да? Как правило, именно на процентное изменение вот этих трех показателей ВВП, инфляции, розничной продажи трейдеры реагируют в зависимости от того, лучше они прогнозы или хуже прогнозы. Далее, следующий блок. Друзья, как-то у нас в чате очень тихо. Так просигнализируйте, что вам, в принципе, полезно то, что я рассказываю, или, может быть, вот это все вам уже знакомо, и хотелось бы там про что-то другое послушать. Сориентируйте. Угу. Хорошо, ладно, хорошо. Хорошо, это приятная новость. Отлично, хорошо. Спасибо. Очень приятно видеть в чате много знакомых имен и фамилий. Спасибо, что регулярно к нам заглядываете. Итак, следующая категория данных, на которую мы в экономическом календаре обращаем внимание, это индексы PMI, так называемые индексы деловой активности. Эти индексы у нас публикуются также по итогам каждого месяца, и, в принципе, в каждой стране индексы PMI рассчитываются. Три таких вот стандартных категории индексов PMI, которые есть по каждой стране, это промышленный PMI, непромышленный PMI и PMI в сфере строительства. А по поводу индексов PMI, у нас есть здесь такая вот круглая отметка 50. Если индекс PMI выходит выше отметки 50, это говорит о том, что деловая активность в стране ускоряется. Если индекс PMI у нас выходит ниже отметки 50, это говорит о том, что экономическая активность в стране, напротив, замедляется.
И вот именно вот эта история для нас интересна. То есть если мы видим PMI 49, нам это не нравится, и это не идет на пользу валюте, соответственно. И если мы видим PMI там выше 50, ну и, соответственно, если мы видим позитивную динамику, то это, наоборот, позволяет зачастую валюте укрепиться. Это вот такие вот основные категории классических экономических новостей, первостепенных, которые вызывают на рынке наиболее сильные колебания. Ну и есть другие новости, которые у нас не являются настолько регулярными, но тем не менее влияние на рынки также оказывают. Это в первую очередь политический календарь. Ну, вот здесь вот я вынесла выборы президента и разнообразные референдумы. С выборами президента все понятно, но я не думаю, что, конечно, в марте 2018 года там, наши выборы в России вызовут какую-то очень большую неопределенность на рынке. Но, например, когда в прошлом году выбирали президента Америки в ноябре, там была действительно настоящая волатильность, потому, как вы помните, в победу Дональда Трампа никто не верил, но, тем не менее, это произошло. И это, конечно, такой фактор, который мы никаким образом не могли предсказать, и который стал для нас большим сюрпризом, который, кстати, привел, как это ни странно, к укреплению доллара. Хотя, вот опять же, до победы Трампа многие говорили о том, что доллар провалится, потому что к нему не будет никакого доверия, потому что он предлагает очень неоднозначные реформы. Но, тем не менее, после победы Трампа рынки как-то очень быстро перестроили свою точку зрения, аналитики заговорили совершенно в другом ключе и стали подчеркивать, что Дональд Трамп может провести в том числе налоговую реформу, что Дональд Трамп может стимулировать ФРС к более быстрому повышению процентной ставки, и на этом, на всем фоне мы видели очень солидные ралли американского доллара. Сейчас оно, правда, выдохлось, но это уже другая история. Референдумы. Ну, здесь в первую очередь я вот вспоминаю, конечно, историю с Brexit, которая у нас развернулась в 2016 году, выход Великобритании из состава Европейского Союза. Ну и разнообразные другие референдумы. Часто Швейцария проводит референдумы, которые влияют на курс швейцарского франка. Это все новости, которые мы также в экономическом календаре можем обнаружить. Далее, черные лебеди. Сюда мы относим так называемые непредсказуемые события, например, старт военных действий, природные катастрофы, как, например, та череда ураганов, которые мы в США наблюдали в сентябре 2017 года и так далее. Это мы не можем предсказать, но это, конечно, также оказывает влияние на экономическую активность и на, соответственно, курс валюты. Ну и также вот сюда я включила отчеты ОПЕК и МЭА. Это все, что касается у нас с вами рынка нефти. ОПЕК, организация стран, производителей и экспортеров нефти, и МЭА, это Международное энергетическое агентство. Две организации, которые ежемесячно публикуют, во-первых, свои прогнозы, оценки ситуации на рынке нефти, оценки баланса спроса и предложения. Ну и, кроме того, ОПЕК у нас сейчас два раза в год встречается и принимает некое решение о том, какой объем добычи члены картеля будут поддерживать. И, соответственно, вот сейчас в ноябре договорились продлить соглашение о заморозке, но есть большие риски, связанные с тем, что в июне, на заседании ОПЕК в июне, возможно, от соглашения по заморозке начнут постепенно отказываться, и это может цену на нефть обвалить. Дату отчета ОПЕК мы также с вами можем найти в экономическом календаре, ну или просто загуглить, если вам удобнее так. И, соответственно, исходя из этого, также корректировать свою торговую стратегию. Буровые установки, запасы нефти в США, а также статистика из календаря. Так. Давайте я вам сам календарь, наверное, продемонстрирую ближе уже к концу, потому что у нас еще есть большое количество интересных тем, которые хотелось бы мне поподробнее с вами обсудить. Тема торговли на новостях, конечно, очень и очень объемная, поэтому ссылку на календарь вы видите вот на слайде. Кроме того, Роман в чат вот, да, чуть-чуть выше, также скидывал ссылку на экономический календарь. Давайте я, в принципе, ее могу еще раз
Да, Роман, спасибо. Ну, два раза лучше, чем ноль. Да, экономический календарь – это очень хорошая история, о том, почему его нужно использовать с умом, я немножечко попозже вам расскажу. Ну, еще такая базовая вещь, да, проговорю ее быстренько. У нас в экономическом календаре есть три строки. Текущее значение, прогноз и предыдущее. Текущее значение – это вот последнее значение показателя, последняя публикация новости – которая, собственно, вот, которую мы ожидаем, да, предыдущее значение за последний, например, месяц, и прогноз – это то, что рынок, соответственно, ожидает. Если мы видим, что фактические данные, то есть вот как раз текущее значение, да, то, что появляется у нас в календаре в поле «текущее», оказываются лучше прогноза и лучше предыдущих данных, мы, как правило, видим рост валюты. То есть это позитивный сюрприз, который отыгрывается. Рынок у нас движим ожиданиями, я еще раз повторю этот момент, поэтому, когда мы получаем реально хорошую статистику, которая становится приятным сюрпризом, которая еще не учтена в цене, то здесь с вероятностью практически 100% валюта будет расти. Выходит хорошая статистика по Америке, хорошая статистика – это значит там, более низкий уровень безработицы, большее количество новых рабочих мест, более быстрые темпы экономического роста, в ситуации с Америкой более высокая инфляция, потому что именно высокая инфляция является хорошей новостью, которая может подтолкнуть ФРС к тому, чтобы повышать процентные ставки быстрее. Это все, соответственно, считается хорошими новостями, и это приводит к укреплению американского, да, доллара в основных валютных парах, практически во всех. Но мы с вами, друзья, всегда должны помнить о том, что у нас есть разные валютные пары, да, и валютная пара – это всегда битва двух экономик. Поэтому, конечно, мы, когда с вами смотрим на какую-то новость, мы должны для себя попытаться определить все-таки ту пару, которая будет наиболее ярко на эту хорошую, например, новость реагировать. И здесь очень многое зависит от того, как вы умеете сравнивать, да, состояние экономик, сравнивать общее настроение инвесторов по отношению к этим экономикам. Но это вещи, которые приходят с опытом, это, наверное, я бы назвала в некотором смысле такой вот интуицией биржевой. Когда вы привыкнете к экономическому календарю, будете им действительно регулярно пользоваться, у вас эта интуиция разовьется, вы уже будете понимать, какие новости, да, для какой валютной пары могут быть интересными. Вот. Ну, соответственно, второй пункт. Фактические данные хуже прогноза и хуже предыдущих данных приводят, соответственно, к снижению валюты, да, то есть там более высокий уровень безработицы, чем ожидалось и чем было в прошлом месяце. Меньшее количество новых рабочих мест, более слабые темпы экономического роста там, и так далее, и так далее, и так далее. Приводит это у нас к снижению валюты. Но далеко не всегда все очевидно, поэтому у нас с вами на слайде есть пункт 3, есть ситуации, когда у нас такие противоречивые моменты, например, текущее значение, да, фактические данные лучше прогноза, но при этом хуже предыдущих данных, или наоборот. Или, например, еще бывает ситуация такая, что у нас фактические данные, да, например, там вот сейчас закончится у нас декабрь, и выйдет статистика по рынку труда США, выйдет показатель NFP в начале января. И вот, например, фактические данные NFP будут хорошие, сильные, но предыдущее значение за ноябрь может быть пересмотрено в сторону понижения. То есть они там считали-считали, поняли, что посчитали неправильно. Говорят, сорян, мы ошиблись. Посчитали неправильно, в ноябре на самом деле было меньше новых рабочих мест создано. И в такой ситуации вот этот пересмотр может стать очень большим ударом для курса валюты, даже несмотря на то, что фактическое значение будет довольно хорошим. Да, вот это вот тоже такой момент. Поэтому вот такие разноречивые истории могут провоцировать высокую волатильность и растерянность толпы, как написано у меня на слайде. Поэтому, в принципе, с пунктом 1 и 2 работать легко и приятно. А вот с пунктом 3 работать уже намного сложнее. И я хочу ваше внимание на этом сконцентрировать, и чуть-чуть попозже мы еще об этом поговорим. Ну вот, собственно, начинаем мы постепенно подходить к двум очень важным моментам, которые я хотела бы для вас сегодня подсветить. У нас очень большое количество людей вообще, в принципе, работают на валютном рынке,
И большое количество людей работают по там, каким-то вот базовым методичкам. Вот им сказали, в экономическом календаре прогноз хороший, там, да, значит, можно покупать. И вот трейдер такой сидит и ведет внутренний диалог сам с собой. Ну вот там, например, в Америке ожидается рост валового внутреннего продукта. И вот я такой сижу, смотрю в календарь, новость выходит совсем скоро. Сейчас я открою позицию на покупку и разбогатею. Но, друзья, во-первых, фактические данные довольно редко совпадают с прогнозами, это нужно понимать. Во-вторых, даже если данные совпадают с прогнозами, рынок может на них не реагировать. Почему? Потому что прогнозы, как правило, уже бывают заложены в цене. То есть у нас с вами есть экономический календарь, в котором, как правило, примерно там за 2-3 недели, иногда даже больше, уже публикуется прогнозное значение по показателю. Да? То есть у нас мы ждем данные по рынку труда США в начале января, но я думаю, что уже, скорее всего, сейчас даже да, мы можем посмотреть, какие у нас есть прогнозы по этому показателю. Мы можем почитать, кроме того, за пределами нашего экономического календаря мнение разнообразных аналитиков, разнообразных инвестиционных домов, крупных банков, независимых экспертов и так далее. И все эти персонажи делятся с нами своими ожиданиями. Рынок поглощает вот эту всю информацию и начинает закладывать ее в цену. То есть, например, есть у нас какие-то определенные ожидания относительно показателя в январе, и уже сейчас участники рынка начинают заранее, ну, там, допустим, да, хорошие данные по доллару ожидаются, начинают заранее покупать доллар. Просто привожу пример, да, сейчас без конкретики говорю. Начинают заранее покупать доллар. И поэтому, когда уже у нас в январе выйдет статистика, и если данные совпадут с прогнозами, то вполне вероятно, что роста доллара на этой новости не будет, потому что это событие уже будет заложено в цене. Поэтому вот подвожу вас к очень важному выводу. Слепая торговля на прогнозах – это довольно бесполезное и, более того, опасное занятие. Это история, которой нужно опасаться, потому что, по моим наблюдениям, именно это является причиной, ну, в общем-то, вот слива многих-многих депозитов, начинающих трейдеров и разочарования в рынке. Да? Я хочу, чтобы вы этот момент для себя усвоили. Но, друзья, и это еще не самое плохое, что может с вами случиться. Есть кое-что похуже. Под тем, что похуже, я понимаю торговлю сразу после выхода новости. Как это происходит? Вы сидите перед торговым терминалом и смотрите ленту новостей. Там вы можете читать Bloomberg. Если вы владеете английским, вы, конечно, будете получать информацию намного быстрее. Вы можете читать агентство Reuters, вы можете читать там разнообразные зарубежные сайты типа там Market Watch, Forex Life. Да, если вы владеете английским, вам может это быть полезным, то, что я перечислила. Вы можете быть подписанным на разнообразные новостные источники в Твиттере. И, кстати, я очень рекомендую этот канал для получения вот такой вот оперативной экономической информации. Твиттер хороший очень инструмент. Совсем не обязательно зависать там, да, на каких-то конкретных сайтах информагентств, можно просто быть подписанным на несколько источников, которые вас интересуют в Твиттере, и получать информацию там. Сейчас можно быть подписанным то же самое на Телеграм-канал, и это тоже довольно может быть удобно. Выбирайте тематики, которые вас интересуют, подписывайтесь на новостные Телеграм-каналы, получайте пуш-уведомления, вам не нужно никуда там специально заходить и мониторить. В общем, неважно, каким образом, но вы следите за новостями. И видите, о, вышла хорошая статистика по ВВП Российской Федерации. Куплю-ка я рубль по отношению к доллару. Или вышла хорошая статистика по Америке, сильный ВВП. Куплю-ка я доллар. Но, друзья, здесь кроется очень большой и очень опасный подвох. Потому что даже если вы читаете новости в оригинале, на английском языке, да, или если вы торгуете, не знаю, если вы торгуете там, да, евро и прекрасно владеете французским, немецким, читаете все новости там. Тем не менее, так или иначе, даже если у вас самый продвинутый терминал Bloomberg, где все максимально быстро, даже если вы сидите вот прям где-то в Америке, и у вас каналы получения информации на долю секунды быстрее, тем не менее,
в вашу ленту новостей новости всегда попадут с задержкой, потому что вы, друзья, являетесь розничными трейдерами, вы являетесь в любом случае маленькими рыбками на рынке, да? И именно поэтому маленькие рыбки должны быть намного умнее и хитрее, чем большие институциональные инвесторы, так называемые крупные рыбы. Вы просто должны понимать для себя очень четко, что так или иначе, но первые сливки с рынка уже сняли за вас институциональные инвесторы, которые имеют доступ к реально очень быстрой качественной информации, которые имеют инсайт и так далее, и так далее, и так далее. Сколько судов в том же самом Европейском Союзе происходит, и до сих пор это явление присутствует, оно не очень широко освещается в СМИ, но тем не менее, когда там те же самые сотрудники центральных банков, да, или люди к ним приближенные, пользуются своим служебным положением и, в общем-то, трейдят, ну, в общем-то, на новостях, это как раз то, что они делают. Или там, да, какую-то информацию выдают своим друзьям, продают и так далее. Поэтому здесь нужно понимать, что если вы пытаетесь вот таким образом побежать за толпой, то, скорее всего, вы на этот поезд не вскочите, просто с него свалитесь, да, и войдете в рынок в лучшем случае на коррекции вниз, да, то есть вышел сильный ВВП, пошел резкий рывок, но он такой быстрый, что вы, вот если вы будете открывать реально новую сделку, то вы просто не успеете вскочить в этот поезд. А когда вы уже, наконец, нажмете на заветную кнопочку «Buy», то рынок пойдет в коррекцию после сильного рывка. Это, к сожалению, очень распространенная история, которая также похоронила немало депозитов и немало трейдерских надежд. Какие же грамотные стратегии работы на новостях существуют? Я хотела бы здесь выделить, наверное, три варианта на сегодняшний день. Их, конечно, намного больше, и мы сегодня так вот достаточно широко берем эту тему. Я думаю, что, может быть, на каких-то из следующих вебинаров мы несколько детальнее рассмотрим каждую, да, из этих стратегий, потому что они все по-своему интересные и такие достаточно тоже сложно составные. Но давайте обсудим три основных направления, в которых мы можем с вами работать, когда мы работаем на новостях. Вариант первый – это так называемая торговля на ожиданиях. Как это работает? Еще раз повторю золотое правило, которое вот я рекомендую прям написать на стене где-нибудь и использовать его в качестве такой вот аффирмации, да? Я понимаю, что рынок движим ожиданиями, а не фактами. Это очень важно, да, еще раз, вот хотя бы на примере американского доллара, который у нас в каком, 2014 году, да, сильно пошел в рост на всех мировых площадках, 15-16 для доллара также были очень хорошими годами. И произошло это несмотря на то, что ФРС непосредственно повышение ставки, ужесточение политики, нормализацию политики начал значительно позже, чем в 2014 году. Но, тем не менее, доллар начал рост именно в 2014 году на ожиданиях. На ожиданиях, когда это еще не было учтено в цене. А 2017 год для доллара, наоборот, стал абсолютно неудачным. Мы увидели, что там по отношению к корзине из шести основных валют доллар потерял, там, по-моему, порядка 10% на данный момент. Вот так называемый индекс доллара мы можем отслеживать на сайте Bloomberg. Доллар потерял порядка 10%, несмотря на то, что ФРС процентную ставку в 2018 году повысил 3 раза, и более того, еще и прекратил официально реинвестирование доходности от программы, доходов от программы количественного смягчения. Казалось бы, столько бычьих новостей для доллара, да? Но нет. Доллар не вырос в этом году. Почему? Именно потому, что во многом вот этот повышательный цикл уже заложен в цену. И те темпы, которыми Фед повышает ставку, для рынка уже не являются сюрпризом. Вот если Федрезерв неожиданно на каком-то заседании повысит ставку на 0,5%, а не на 25 базисных пунктов, то тогда мы увидим, что доллар удивится и начнет расти, потому что это не в цене, это еще не отыграно. И это очень важный момент, который нужно для себя всегда понимать. Поэтому
Мы с вами стремимся всегда поймать зарождение тренда, когда событие в цене еще не заложено. Вот это важно. И именно для этого нам с вами нужен экономический календарь. Нам с вами нужно смотреть заседания центробанков, внимательно слушать комментарии предводителей, да, центральных банков, читать прогнозы аналитиков, которые внушают вам доверие. Именно для того, чтобы суметь определить зарождение тренда раньше других, когда событие еще не учтено в цене. Вот, ну, например, да, если я начала приводить вам пример со ставкой ФРС, есть у нас такой очень классный инструмент, которым я хочу с вами поделиться. Сейчас я его скину в чатик. Инструмент называется Fed Watch Tool. Скидываю в чат. Это фьючерсы на процентную ставку ФРС, которые торгуются на Чикагской товарной бирже. То есть, ну, фьючерсы – это срочные контракты, да, производные контракты, которые позволяют нам там купить, грубо говоря, какой-то актив через определенное время по фиксированной цене. И, ну, в общем, не столь важно для нас, как работает фьючерс на ставку ФРС. Мы используем этот инструмент как индикатор ожиданий. То есть мы видим, что вот по ссылке, которую я вам скину, если вы перейдете, так, а как нет ссылки, почему нет ссылки? Должна работать ссылка. У вас есть ссылка в чате, друзья? Ну, есть. Вадим говорит, есть. Галина тоже говорит, есть. Ну, если как минимум у двух человек есть. Да, попробуйте браузер обновить, может быть, что-то подвисло. Угу. И, друзья, соответственно, этот инструмент позволяет нам с вами... я вывела на экран, да, чтобы было видно, позволяет нам с вами увидеть, какие ожидания рынок в настоящий момент закладывает по изменению ставки ФРС. То есть, например, да, вот у нас здесь как раз отображается, что следующее заседание ФРС состоится 31 января 2018 года, и вероятность того, что ставка останется в текущем диапазоне, равна 100%, то есть не ожидают повышения ставки. Следующее заседание 21 марта. Так. Не переключается, похоже, еще пока нету данных. Но, в общем, можно посмотреть по... А, вот, все хорошо, есть. 21 марта, да, пожалуйста. Здесь мы видим, что на заседании 21 марта вероятность повышения уже выше, уже 56% вероятность того, что ставка будет на 25 базисных пунктов повышена. Это пока не 100%, но это 56%. И по мере того, как будут изменяться эти ожидания, если они будут расти, то будет укрепляться американский доллар. Вот это очень полезный инструмент, который я вам от души рекомендую. Отлично, возвращаемся к нашим ждунам. Далее, друзья, следующий момент, да, вот номер два на моем предыдущем слайде, это вариант торговли на новостях, когда мы устанавливаем отложенные или по-другому лимитные ордера до публикации новостей. Причем у нас есть отложенные ордера, это значит, что мы устанавливаем заранее
ценовые уровни, при которых наши приказы будут исполнены. То есть мы не покупаем, продаем по текущей цене, мы устанавливаем отложенные ордера. То есть, условно говоря, там, если евро-доллар вырастет до отметки 1, там, сколько, не знаю, 30, то мы купим. Да? И этот ордер будет у нас автоматически активизирован. И установление таких отложенных ордеров может решить во многом наши проблемы. Во-первых, проблемы с тем, что мы не успеваем отреагировать на какое-то событие, потому что до нас информация доходит не так быстро, как нам хотелось бы. И, кроме того, у нас всегда есть возможность установить отложенные ордера в два направления. Это очень популярная стратегия, особенно для тех, кто торгует на нон-фармах, non-farm payrolls. Мы устанавливаем отложенные ордера в две стороны, соответственно, на покупку и на продажу. Дело в том, что такие данные, как вот non-farm payrolls, они очень распиарены, и они, как правило, вызывают большую волатильность. Как я уже сказала, у нас там выходит три типа данных. Выходят non-фармы, выходят данные по уровню безработицы, и, кроме того, выходит еще и статистика по средней почасовой заработной плате. Три показателя – они могут работать в разную сторону, то есть могут быть хорошие нон-фармы, плохие, плохая зарплата. Может быть, там все хорошо, а безработица вдруг выросла. И поэтому рынок может реагировать достаточно иррационально и достаточно нервно на публикацию этой статистики. В результате вырастает волатильность. В результате на рынке может начаться болтанка, да, то есть рынок там пошел в одну сторону, потом развернулся, пошел в другую сторону, и, в общем-то, первое движение оказывается обманчивым. Именно поэтому используется стратегия выставления отложенных ордеров. Коротко рассказываю о том, как это работает. Мы ставим два отложенных ордера на покупку и на продажу, то есть buy limit и sell limit. Buy limit, соответственно, высшее сопротивление, sell limit ниже уровня поддержки. Расстояние между ордерами минимальные 50 пунктов, именно для того, чтобы вот эта вот волатильность не зацепила у нас ордера как бы раньше времени, да, когда движение еще пока не подтвержденное. Кроме того, мы выставляем два стоп-приказа на расстоянии минимум 30 пунктов от цены входа. То есть, опять же, да, мы выставляем стоп-приказ на закрытие сделки, да, приказ, который автоматически отменит нашу сделку в случае, если цена пойдет не в нашу сторону и по отношению к ордеру на покупку, и по отношению к ордеру на продажу. То есть это нам позволяет, например, если мы с вами поставили две отложки, у нас рынок пошел наверх, у нас активировался ордер buy, а потом рынок развернулся в нежелательную сторону, для нас цена начала снижаться. И тогда она у нас доходит до стоп-приказа, и сделка наша закрывается. И примерно в этот же момент у нас активируется сделка на продажу. Да, то есть, соответственно, мы сумели все-таки поймать правильный тренд, а не просто застряли в сделке на покупку, с которой нам потом никак не выйти, потому что цена на эти уровни может уже и не вернуться. Ну и, соответственно, можем также поставить два тейк-профита 60-70 пунктов от цены входа. Да, то есть это автоматические приказы на закрытие сделки, если цена пошла в нашу сторону, мы не жадничаем, мы собираем прибыль и закрываем сделку. Ну и здесь вот есть еще рекомендации переводить сделку в безубыток, если есть какая-то прибыль, да, мы просто двигаем стоп-ордер ближе к цене открытия позиции для того, чтобы, соответственно, ограничить наши убытки. Второй ордер мы просто отменяем, закрываем, чтобы он нас не смущал. Ну и тут еще рекомендация не жадничаем, да, то есть если цена зависла, никуда не идет, лучше зафиксировать прибыль, чем ждать каких-то последующих движений. Ну, соответственно, вот еще просто для демонстрации, вот, да, как это может работать на NFP. То есть вот у нас была какая-то боковая болтанка, там, да, за несколько минут до публикации новости, и у нас выставлено два отложенных ордера. Ордер, соответственно, buy, да, и ордер sell. И вот такая вот история нам позволяет, соответственно, хорошо себя чувствовать при любом движении рынка в любом направлении. Так, друзья, сейчас я передаю
микрофон Роману, он вам покажет, как можно еще более эффективно с отложенными ордерами работать в торговом терминале. Роман, выходите к нам на связь. Да, спасибо, Кира. Как раз вот на этом моменте, на котором о котором вам сейчас рассказала Кира, я хотел бы вам показать функцию MetaTrader Supreme Edition, которую вы можете использовать в вашем терминале MetaTrader 4 или MetaTrader 5 для удобного выставления отложенных ордеров, чтобы в том случае, если вы будете торговать на новостях, максимально использовать все возможности вашего терминала. Ссылку на скачивание данного плагина я сейчас написал в чат и запускаю демонстрацию экрана, чтобы мне показать MetaTrader, и мы вместе с вами посмотрели, как это работает уже непосредственно на практике. Итак, коллеги, вот поставьте, пожалуйста, сейчас плюсик. Давайте проверим, что видно MetaTrader. Да, отлично, он у вас появился. Значит, та функция, о которой я буду рассказывать, она содержится, во-первых, когда вы устанавливаете MetaTrader Supreme Edition, у вас в разделе «Навигатор» появляются дополнительные индикаторы с префиксом «Адмирал» и «Советники». Нам сейчас потребуется мини-терминал. Мы уже не раз о нем говорили на наших вебинарах, но вот сейчас посмотрим ту функцию, которая как раз будет интересна при работе на новостях с использованием отложенных ордеров. Как Кира упомянула, в тот момент, когда устанавливаются два отложенных ордера, buy stop, sell stop, то есть пробойные ордера, в момент срабатывания этих ордеров один должен удаляться. Но иногда новость движется настолько быстро, что не всегда возникает такая возможность, есть риск срабатывания второго ордера. Существуют такие ордера, которые имеют аббревиатуру OCO, то есть ордера пробойные, но в тот момент, когда срабатывает один, второй автоматически удаляется. Вот давайте посмотрим, как это удобно можно сделать. В окне мини-терминал у нас появилось вот такое меню, и первый такой квадратик, мы нажимаем на него, и у нас появляются настройки ордера, да, настройки наших ордеров. Вот, коллеги, сейчас поставьте просто плюсик, если вы видите тоже окно «Новый ордер». Оно не всегда отображается, но чтобы вы видели. Да, все, отлично. Соответственно, чтобы выбрать данный тип, мы заходим в раздел «Типы ордеров» и выбираем OCO «Прорыв». Он нам и нужен. Далее нам нужно определить точки для входа. То есть, вот как по рекомендации Киры, чтобы между ордерами было 50 пунктов. Поставим, например, 25 вверх, 25 вниз. То есть, у нас от текущей цены будет расстояние в 25 пунктов. То есть, мы задаем это значение. То есть, стоп для покупок, стоп для продаж. Далее мы можем выбрать фиксированный размер прибыли. Ну, не прибыли, прошу прощения, а размер нашего контракта. То есть пусть у нас, например, останется 1/100 лота. Дальше остановка убытков. Мы также выбираем пункты и вписываем сюда значение. То есть, к примеру, мы поставим от нашего ордера стоп-лосс на 30 пунктов, для примера. И далее устанавливаем take-profit также в пунктах, ставим его на значение, к примеру, 75. Мы задали, во-первых, все основные параметры нашей сделки, можно дополнительно еще поставить trailing stop, то есть как раз, что цена начинает двигаться, когда сделка у вас открыта, срабатывает trailing stop, и он начинает подтягивать вашу сделку. Но это уже дополнительно. Мы можем, во-первых, сохранить этот шаблон, назвать его, к примеру, NFP, да, для работы на non-farm payrolls, так, к примеру, NFP1, нажимаем «Сохранить». Шаблон у нас успешно сохранен. Теперь, когда мы заходим в наш мини-терминал, зажимаем кнопку Ctrl и нажимаем вот на это окошко, у нас появляются вот несколько ордеров. Вот, к примеру, мы хотим выбрать NFP1. Нажимаем на него, и вот видите, буквально в течение доли секунды у нас сразу же установились все ордера, то есть здесь у нас покупка, здесь по данной покупке у нас стоп-лосс, здесь продажа, соответственно, take-profit. То есть все максимально быстро, что важно при работе на новостях, здесь будет реализовано. Ну и в тот момент, когда один ордер будет активирован, второй у нас сразу же удалится, то есть останется в работе только один ордер.
Соответственно, убрать эти сделки можно точно так же вручную, можно нажать удалить, и они у нас действовать не будут. То есть, если, к примеру, новости сильно не среагировали. Ну и еще буквально 2 минуты я, Кира, украду вашего времени, покажу такую функцию, которая называется защита от волатильности. Она как раз позволяет дополнительно, это уже несколько другой шаг, например, для трейдеров, кто работает на новостях, но чтобы вы, по крайней мере, знали, что такая возможность есть, и вам ее я сейчас покажу. Вот, коллеги, сейчас перед вами должен быть экран сайта Admiral Markets, написано «Защита от волатильности», поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы ее видите. Отлично. Так вот, настройка защиты от волатильности, она позволяет управлять непосредственно ордерами. То есть, что это значит? Вообще, стандартные функции MetaTrader'а, они несколько ограничены. То есть, вот есть стандартный набор, который в него включен в прошивку, и мы можем использовать только их. Разработчики компании Admiral Markets смогли дополнить стандартный функционал, но его нужно активировать, соответственно, в вашем кабинете трейдера. Вы можете его активировать как для демо-счета и из ну, соответственно, для реального, но для теста можно сделать это на демо-счету. А в чем смысл? Да, вот на простых примерах. То есть, к примеру, мы можем использовать максимальное количество проскальзываний. То есть я думаю, что многие из вас сталкивались с тем, что когда вы устанавливаете отложенный ордер, например, buy stop, цена его активации будет выше этого ордера. То есть порой она может доходить там 3 пункта, 5 пунктов, 10 пунктов, в зависимости от волатильности рынка. То есть это нормальная рыночная ситуация, она стандартна, но есть способ, по которому можно избежать. Да, если для вас интересна активация сделки именно по той цене, которую вы хотите, да, а не в принципе войти в сделку. Что дает, вот, к примеру, первый, да, параметр? Если вы устанавливаете сделку по цене buy stop, да, вот здесь у нас 1.00 написано, и возникает проскальзывание, то, соответственно, цена исполнения будет по первой доступной котировке. В том случае, если вы активируете данную функцию, здесь будет работать несколько по-другому. То есть, если для вас, например, приемлемо войти с проскальзыванием, но с проскальзыванием не более 3 пунктов, то в этом случае, когда цена проходит ваш отложенный ордер, система видит, что исполнение для вас неприемлемо, и в рынок посылается лимитный ордер. То есть вместо buy stop, да, который у нас устанавливается над ценой, посылается в рынок buy limit, потому что он уже будет находиться под вашей ценой. И если цена следующим, к примеру, рывком скорректируется к ордеру buy limit, то вы фактически войдете в вашу сделку с тем проскальзыванием, которая для вас приемлема. А также есть функция отмены отложенных ордеров. То есть, опять же, если проскальзывание превышает ваш максимальный параметр, в настройках кабинета трейдера его можно установить, то ордер, в принципе, удаляется. А также очень характерная вещь, когда у вас стоит, к примеру, take profit, доходит буквально одной котировкой, а потом цена возвращается обратно. Для подтверждения сделки всегда используется вторая котировка. Особенно если ордер стоит take profit, то исполнение возможно либо по лучшей цене, да, то есть выше, либо по запрошенной. Но если мы коснулись одной котировкой take profit, следующие ушли вниз, то подтверждения уже нет, и сделка может быть не закрыта. Вот есть также параметр рыночное исполнение лимитных ордеров, то есть фактически, когда цена коснется вашего тейк-профита, в рынок будет пошлется обычное закрытие сделки. То есть, да, цена закрытия будет немного хуже, чем ваш, к примеру, тейк-профит установлен, но сделка закроется. То есть, я думаю, что многие из вас сталкивались с таким моментом, когда доходило до какого-то максимального значения, потом цена корректировалась. Вот этот параметр также позволит избежать данную ситуацию. Более подробно вы всегда можете обратиться к вашему персональному менеджеру для того, чтобы разобраться с тем, как настроить данные параметры, чтобы помочь оптимизировать их под вашу стратегию. Сотрудники компании Admiral Markets всегда готовы помочь в этом разобраться. У меня пока на этом все. Мы еще увидимся с вами. Я скажу пару слов в конце. Кира, возвращаю вам микрофон обратно. Роман, спасибо большое.
было полезно. Друзья, ну у меня на самом деле осталось не так много уже информации, не буду вас очень долго мучить. Про отложенные ордера, я надеюсь, что мы с вами в общем и целом поняли. Вы теперь знаете несколько секретных инструментов, которые могут позволить повысить эффективность торговли. Ну и, друзья, вот третья стратегия, которую я бы предложила взять на вооружение при работе на новостях, это так называемая стратегия «вход в остывший рынок». То есть, если мы не ставили отложенные ордера, но все-таки хотим заработать на изменении, в общем-то, общего рыночного климата после публикации новости, то мы можем дождаться того момента, когда после выхода любой важной новости в экономическом календаре спадет ажиотаж, уменьшится волатильность и станет понятно, все-таки к какой компоненте вышедших новостей рынок придает наибольшее значение. И вот уже тогда, когда мы поймем, какое направление новое для себя выбрал рынок, собирается ли рынок менять направление движения после выхода новости, или же там были какие-то небольшие колебания, а после этого рынок снова вернулся в основной тренд. И в таких ситуациях нам очень могут помочь также паттерны японских свечей, паттерны графические и простые классические трендовые линии и каналы. Да? То есть мы, конечно, следим за новостями, но при этом мы с вами имеем хорошую четкую разметку на нашем графике, которая нам позволяет, соответственно, понимать для себя, где располагаются важные уровни поддержки и сопротивления, и понимать, если мы, например, там снижались, потрогали какую-то поддержку, но отскочили от нее, то с большой долей вероятности движение было ложное, и нам нужно дождаться, пока рынок остынет и вернется в основной тренд. Если мы почувствуем вот такой импульс на то, что рынок реально возвращается в основной тренд, мы можем вскакивать в рынок и открывать позицию. Ну, или разворачивается, да, наоборот. И здесь, ну, вот как пример, да, вот этот график довольно уже немолодой, это новости после заседания Европейского Центробанка, я думаю, что это 2016 год. Ну, вот здесь вот просто как пример, да, у нас был небольшой восходящий тренд, который был пробит, да, вот вы видите мою мышку, наверное, мы пробили линию поддержки и дальше пошли по классической схеме, которую мы с вами уже обсуждали на одном из первых занятий. Мы пробили рынок, потом пошла небольшая коррекция наверх, да, и дальше вопрос в том, вернемся мы в тренд, вернемся мы выше трендовой линии поддержки или нет. И вот здесь вот как раз вот эта красная свеча образовалась именно на пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, мощная красная свеча, которая стала хорошим, сильным подтверждением вот той технической картины, которую мы с вами имели ранее. Но мы входим не просто на первом нисходящем импульсе, когда Марио Драги там сказал что-то негативное для евро, сказал, что там ставка останется на низком уровне долгое время, евро упал, и мы сразу кидаемся продавать. Нет, мы дожидаемся, пока мы получим какую-то более четкую концептуальную картину. Вот здесь вот перед вами это дневной график, да, и мы дожидаемся, пока мы уйдем ниже локальной поддержки по основам технического анализа, да, мы дожидаемся, пока у нас закроется японская свеча, и после того, как это произошло, мы действительно можем себе сказать, что похоже, это серьезно, похоже, действительно, это не просто какое-то колебание, а это действительно смена тренда, это подтверждение разворота, и это история, которую мы можем уже уверенно начать отыгрывать. Друзья, ну и несколько советов напоследок хотела бы вам дать. Ну, во-первых, ссылку на экономический календарь вы имеете, поэтому вы теперь можете для себя выделять важные события, узнавать даты важнейших событий, по крайней мере, на месяц вперед, для того, чтобы вы могли ориентироваться. То есть нам недостаточно смотреть экономический календарь там, на сегодня и на завтра, потому как у нас, может быть, сегодня-завтра какие-то не очень важные новости, а вот это послезавтра новость, которая может реально рынок подвинуть. Да, и, возможно, уже сейчас в цену закладываются ожидания по этой новости, поэтому мы стараемся все-таки держать руку на пульсе и немножечко заранее понимать, какие новые драйверы у нас могут на повестке дня появиться. Подготовьте стратегию заранее. Ну, это, в принципе, тоже классическая рекомендация.
не действуем суетливо после выхода новости, жадно, да, испуганно, а все-таки заранее понимаем, какие мы для себя выставляем условия для того, чтобы открывать сделку. Если эти условия выполняются, мы открываем сделку. Если они не выполняются, мы сделку не открываем. Да, это может быть там технический анализ, это может быть какие-то другие подходы, но вы должны, главное, для себя ее понимать. Только система позволяет нам в долгосрочном периоде работать с прибылью. Сохраняйте холодный разум, не паникуйте здесь, я думаю, что все, в общем-то, понятно, тоже без дополнительных объяснений. Осознавайте и ограничивайте риски. Смотрите на рынок более широко. Это вот как раз то, о чем я говорила сегодня, например, о том, что там, данные по рынку труда являются важными данными, которые формируют ожидания по процентной ставке. Чем лучше ситуация на рынке труда, тем выше вероятность того, что на следующем заседании ставку там повысит, да, например. Поэтому нам нужно смотреть не только на данные по рынку труда, но и, например, смотреть на инструменты, которые показывают, как меняются ожидания процентной ставки. Имейте долгосрочный прогноз, развивайте интуицию и тренируйтесь на учебном счете, и будет вам счастье. Помним, что все наши ошибки – это в первую очередь, конечно, наша обучение, наш опыт, ошибок не нужно бояться, просто нужно, конечно, начинать тренироваться там, да, на небольшом объеме денежных средств, ну и постепенно уже обретать уверенность и двигаться по направлению к профессиональному трейдингу или профессиональному инвестированию. Друзья, у меня все на сегодня. Я благодарю вас за внимание. Немножечко мы вышли за пределы временного нашего горизонта, но тема действительно очень объемная, конечно, тоже вот не все, да, получилось обсудить из того, что хотелось бы, но я думаю, что мы с вами еще успеем по новостям пообщаться. Спасибо большое вам, друзья, спасибо. Я напоминаю, что с вами компания Admiral Markets, меня зовут Кира Юхтенко, если какие-то вопросы ко мне у вас возникают, можете меня добавлять в друзья в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, и писать вопросы там. Отвечаю я, как правило, там, не в тот же день, но, тем не менее, стараюсь ничего не игнорировать. Ну и какие-то, если вопросы еще возникают, это к Роману, и передаю непосредственно уже микрофон Роману для того, чтобы он рассказал вам еще несколько интересных вещей. Спасибо и всем удачи. До новых встреч на следующем занятии. Сейчас в чат скинем ссылку на следующий наш вебинар. Или не скинем. Сейчас посмотрим. Все. Всем пока. Спасибо большое, Кира. Да, Кира Юхтенко, наш партнер, портал InvestFuture, где публикуется большое количество полезной информации для трейдеров. Ну, а по поводу ссылки на вебинар, скорее всего, она появится чуть позже. Соответственно, следующий вебинар у нас уже будет в новом году, но мы вас обязательно оповестим рассылкой, так как вы регистрировались уже на наши вебинары, мы обязательно вам пришлем ссылку на следующий вебинар. И, коллеги, я хотел напомнить о том, что в рамках наших образовательных вебинаров у нас вводится практика, это предоставление учебных счетов. То есть напомню тем, кто присоединился в самом начале и тем, кто присоединился к нам уже чуть позже, пропустил вот этот момент. Каждый из вас, если вы еще не являетесь клиентом компании Admiral Markets, у вас есть возможность получить учебный счет на 200 евро. Основной смысл его в том, что вы не рискуете своими деньгами, работая на этом счету, а прибыль до 200 евро может быть вами переведена на реальный счет. То есть, если ваша прибыль по итогам 14 дней, а именно на такой срок дается учебный счет, составила, к примеру, 500 евро, да, 200 было, плюс еще 300 прибыли, то 200 из них вы сможете перевести на реальный счет и продолжить уже торговать, имея вот такую подушку безопасности, что называется. А если прибыль составит, к примеру, общий баланс 350 евро, то вы сможете перевести 150 евро. Я думаю, что принцип он понятен. Теперь о том, как этот счет нужно получить. Во-первых, нужно прислать запрос на получение данного почта на счета на почту support.ru@admiralmarkets.com. Сейчас я ее напишу в чат, чтобы вы смогли ее себе скопировать и написать
Сейчас скажу, что нужно написать. Да, вот почта. Соответственно, в теме письма нужно указать кодовое слово NFP. Кира уже сегодня рассказала об этом более подробно. Аббревиатура Non-Farm Payrolls. И уже мы будем понимать, что вы пришли с данного вебинара и для вас интересен учебный счет. Соответственно, для того, чтобы его получить, вы также открываете реальный счет, пополняете его на любую сумму от 200 евро. Торговать на счету не обязательно, как раз вот ваши первые шаги, первые сделки будут проходить на учебном счету, а после получения прибыли вы сможете перевести средства уже на ваш обычный реальный счет и продолжить работать с данной подушкой безопасности. Количество счетов, которые мы можем предоставлять в месяц, оно ограничено, поэтому если для вас это предложение является интересным, то не затягивайте, напишите, чтобы мы смогли отправить вам уже инструкцию более подробную по получению данного учебного счета, ну и ответить на ваши вопросы. У меня на этом тоже все. Был рад всех видеть, очень приятно видеть новые имена, людей, которые появляются, постоянных слушателей наших вебинаров. И в новом году постараемся сделать наши вебинары еще более интересными и информативными для вас. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, не забывайте ставить лайки к тем видео, которые вы просматриваете, и подписаться, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю хорошего вечера и уже увидимся на следующих вебинарах. Всем спасибо и до свидания.